Спасибо за то, что Red Bull всегда с нами. Спасибо за то, что сегодня нас согрел. И поверьте, любое мероприятие, на котором присутствует вот такая музыка, вот такая крутая арка и вот такие палатки и зонтики, это автоматически крутое, престижное мероприятие, а не уличные гонки. Огромное спасибо X-Парку за то, что принял нас, засранцев, за то, что мы здесь сегодня раздали, за то, что мы до 5 утра пару дней назад тут устроили лягушать, плавали прямо по этой воде. Спасибо огромное всем за все. Спасибо фотографам и ребятам из различных продакшенов, которые, надеюсь, уже завтра вывалят нарядные фотки. Итак, друзья, все, наверное, хотят задать вопрос, что это за синий «Жигули» стоит перед нами. Вся информация на сайте Bitlook, причем как непосредственно на сайте, так и в Инстаграме. Этот автомобиль будет разыгран. Сейчас Сережа Сытер скажет, в принципе, условия этого конкурса. Ну, а я с вами прощаюсь. Я надеюсь, с моим противным голосом было не так скучно. Спасибо большое Дмитрию Саускому, который успел сегодня покататься и еще и в микрофон немножко пошуметь. По поводу «Жигулей». Несколько недель назад сервис Z Motorsport и...